Ребят, всем привет! Сегодня очередной видос 100 спинов по рублю, и к нам прилетел Ментал. No Limit. Снова, да? У нас уже несколько видосов было по нем, и пытаемся поймать Макс Вин наконец-то на No Limit хоть какой-то. Ну ладно, хотя пред Макс Вин. No Limit, лютейший слот на балансе 342, 100 спинов по рубль 20. Мы начинаем, поехали. Ментал. Опасный слот, мы крутили его сколько раз на стриме, он даже с 10 копеек поднимал там до сотки нас. Ой, с 10 копеек, с 10 рублей до сотки поднимал. И бывало 200 спинов мы делали, ничего с него не видели. Поэтому что сегодня будет, пока большой вопрос. Увидим ли мы хотя бы одну бонуску, тоже под вопросом. Кто новенький, ребята, залетайте на канал, на тележку. Тележка в описании канала, забирайте фри спинчики, соточку, 40 бунов. Кто хочет, покрутите, повертите сразу на вывод. Сейчас посмотрим, как он играет по линиям туда-сюда. Желательно остаться при своих, как говорится. Будет уже хорошо. Все прекрасно знают то, что данный слот может наиграть нам даже по линиям. Просто вот сейчас картинку на x100 дает, там линию их закрывает. Это трындец лютые бабки. У нас, ребята, кто новый, не в курсе, на канале много интересных видео в разделе, проходят стримы, поэтому в тележке всегда есть информация, где, во сколько, почем, поэтому подписывайтесь, не пропускайте. Тележка в описании канала. Вообще слабо. Вообще слабо. Очень тяжело идет, кстати. Очень. Такое чувство, что он вообще не собирается ничего нам ставить. Кстати, ни одного байта не было, ни одного байтика еще не было, но скатер ставил. Даже выплаты на пятерку не было. А ставка при этом рубль 20, ребят, рубль 20, то есть прилететь может неплохо. Это не 20 копеек, не 40, это уже серьезно так, ну как сказать серьезно. Приличная. Ну, x100 было, да, если не ошибаюсь. Ну, бля, ни одного байта не было. Меня напрягает очень сильно. Или на последних спинах даст, или вообще не даст. Ну, уже почти половину, ребят, мы с вами отмотали. Бля, ну дай бонуску. Бля, скорее всего, с первого раза ее поставят. Это ни о чем. Если даст бонуску, я чувствую, она будет без байта. Вот мне так кажется, если будет байт на бонус, сразу ее и даст. Ну, ровно половина, 50 спинов, ребята, позади. Ну и что тут, глаза? Ну это копеечка, кстати. Это уже копеечка. Ну такая, сколько это? 24 рубля, пойдет, немножко отдал. Глаз видения. Бля, ну оксика поставил, оксимирончика. Это красный этот, лысый. На x50 линию закрыть. Вот это вот меня устроит просто. Оксика, линия, x50. Бля, глаза, кстати, ставят что-то часто. А насколько я помню, здесь же у нас только иксовка на картинке прилетает, правильно? Шестьдесят спинов. Опасненько. Да, музыка, конечно, такая говорит о том, что родной. Блять, так сколько ты будешь один скатер ставить и все? Блять, забайте хотя бы. Кстати, 70 спинов, ребят. 70 спинов позади. 70 спинчиков. И это грустно. Грустно то, что ни одного байта не дало. Я рассчитывал хотя бы за байтик посмотреть.
Ну, ментал, алё, просыпайся. Ну, собака. Сутулая. Да поставь ты уже нам копеечку. Кстати, ни разу даже картинки ни одной не закрыл. Хотя бы картинки закрой, покажи. Да, ребят, сегодня ментал, короче, отдыхает. Нынче как-то так. Без заноса, как говорится. Ну, блядь, ну столько всего пооткрывал, да, толку ноль от этого. Просто ноль. Ну, блядь. Поставил бы двойных, ну и все, трындец. На вывод. Миксмиллион. 240 рубасов было. Блядь, опять двойную ставит. Ну поставь-то хотя бы один байт, а? Ну хотя бы забайте. Я уже в бонус не верю, но байт хотя бы ты же можешь ждать нам. На балансе было, ребят, 240 миллионов. О, 340, да? Минус 60. Минус 60. Два спина осталось. Ты пум-пум. Минус 60 рубасов. Ребята, минус 60 рублей. Нынче ментал нам не захотел ничего давать. Все, ребят, кто новенький, подписывайтесь на канал, на тележку. Тележка в описании канала. Увидимся с вами на стриме. Все, ребята, всем спасибо, всем удачи. Всем пока.